Всем привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду жить 24 часа в черно-белом цвете в Мегаворлд. Перед началом подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, ну а мы начинаем наш челлендж. Сначала мы, как всегда, постараемся сделать черно-белого персонажа. Берем любого и сажаем его вот сюда. Закрываем. С какого цвета нам нужно начать? С черного или же с белого? Здесь черный, здесь белый. Эньки-беньки или вареньки, эньки-беньки, бац. Черные брови. Пусть будут такие какие-нибудь. Может, такие. Да, вот эти мне больше нравятся. Белые глаза. О боже, это выглядит очень страшно. Лучше бы они были бы черными. Нос должен быть черный. А вот все. Это очень странно, но мы должны это оставить так. Белые губы. Белые, белые, белые губы. Ну, в принципе, красиво, как какой-то такой монстр. Не знаю, может быть, на сирену похоже. Дальше щечки. Какой-нибудь румянец у нас должен быть черным. Ух ты! Ну и кожу мы оставляем такую. В принципе, можем ее сделать как-то вот приблизительно светлой, приблизительно белой. Но все-таки похожей на кожу, да. Я думаю, что можно уже делать нашего персонажа. Открываем. Встречаем нашу черно-белую девочку. Пока у нее черно-белое только лицо. Но сейчас мы это исправим. Кстати, мне не нравятся глаза. Глаза у нас тоже вверху коричневые. Ребята, срочно меняем. Я вот проглядела этот момент. Либо вот черные, тоже хорошо. Теперь она выглядит какой-то очень злой. И реально стала похожа на монстра. Идем делать мне прическу. По-моему, она у нас должна быть белой. Давайте выберем прическу. Можно сделать черные волосы, и там будут вот эти белые прядки. Это будет интересно. Они будут, в принципе, и черные, и белые, так что в правилах разрешено. Поэтому делаем черные волосы. Они, кстати, у меня почему-то нормально не окрашиваются. Сейчас они просто какие-то темно-коричневые. А мне нужен черный. Вот, теперь они более черные. Мы добавили немного синего. Вот. Теперь круто, круто. Супер, готово. Синий нам немного помог. Мне нравится. Теперь идем выбирать одежду. Давайте сейчас выберем что-нибудь белое. Белый верх, черный низ. Прямо как в школе. Вот, полностью белая рубашка. Черный низ. Мне нравятся эти штаны. Они черные. Осталась обувь. Она должна быть белая. Вот, шикарно. Теперь, может быть, какой-то головной убор у нас получится найти черно-белый, либо же просто черный. Черно-белая! Кошмар! Нет, я не буду такое оставлять, это же ужасно. Зачем так долго мучились над волосами, если их потом вообще не видно? Черно-белая шапка-панда! Мне она очень нравится. Я ее оставляю, конечно же. Черно-белого персонажа мы сделали. Теперь нам нужно найти питомца. Для нашего персонажа, тоже черно-белого, мне кажется, нам где-то нужно раздобыть панду. Где она может быть, я без понятия. Может быть, какие-то зверьки будут здесь. Здесь достаточно маленькая локация, но мне показалось, что тут может быть какой-то зверек. Но нет, никого нету. Посмотрите, палатка панда! Мне можно здесь спать, она черно-белая, и она очень подходит к моей шляпе. Мы можем ее прямо с собой взять. Вау, и черно-белая расчесочка. Класс, класс, класс! Мне нравятся уже такие классные находки. Поехали дальше. Где могут прятаться наши зверьки? Ну, может быть, кто-то есть возле вулкана. Красивый олень. Был бы он черно-белый, я бы его взяла. Камера. Сделаем мою черно-белое селфи. Вау, класс. Идем дальше искать. Никаких животных. Абсолютно никого. Очень обидно, ребята. Ой, я куда-то случайно поехала. Может быть, здесь мы кого-нибудь найдем? Раз уж мы сюда приехали. Тут все новогоднее. Открываем подарочки. Там может лежать что-то черно-белое. Очень голодная и очень хочу что-нибудь поесть. И как раз нашла молоко черно-белое. Белое молоко, черные пятнышки от коровы.
вкусненько. Белая подушка красивая. Открываем ящички. И идем искать дальше, потому что здесь ничего нету. Туалет, и там тоже ничего. Какая-то большая комната. Подарочки. Черно-белое кресло, вау. Мы можем его забрать. Ух ты. Ну, правда, в руках его понести нельзя, но переносить можно. Это мне очень нравится. Черно-белая кровать. Класс. Ладно, хорошо, поехали в другое место, потому что никаких черно-белых питомцев тут нету. Приехала на свадьбу, вдруг здесь есть что-нибудь. Подарочки, подарочки. Ух ты, черный конвертик. Мишка! Еще одна комната. И еще подарочки. Ух ты, мышка, мышка, мышка. Фоточки. И единорог опять розово-белый. Кто-нибудь здесь что-нибудь уже сделает черно-белое? Ну вот, пианино есть. Можно на нем поиграть. Что мы можем еще найти здесь? Ну, стульчики, стульчики, рамочка красивая. О, полностью белый единорог. Черно-белые лебеди. Ну, точнее, черный и белый лебедь. Мне не нравится. О, давайте их как раз и возьмем как питомцев. Ребята, это же хорошая идея, если вдруг мы не найдем панду. Убираем это все и забираем. Уху, класс. И идем еще куда-нибудь искать какие-нибудь черно-белые предметы. Я вижу черно-белых коров, мне кажется, это хороший знак. И что-нибудь можно поискать на этой локации. Поехали в супермаркет, потому что я за эти 24 часа выпила только молоко. Открываем. Яйца. Еще что-то. Мясо. Ну, нет, мясо нам не подходит. Какая-то рыба. Практически черно-белая, я думаю, я могу ее съесть. Я надеюсь, она была свежая, ну, не пожаренная. Ну, ладно. Что дальше, что дальше? Опять напитки, мороженое, кстати, мороженое. Почему нельзя сделать просто белое мороженое с черным шоколадом? Я бы поела, вот верхушку могу съесть. Ну, не получилось. Считайте, что я выплюнула вот этот конец. Что еще? Тут какие-то снеки, вафля или нет? Посмотрите, мне кажется, что это печеньки какие-то, орео может быть. Черные и белые. Черно-белая коробка, интересно, что же в ней? Рис. Давайте его смешаем с чем-нибудь черным. Я придумала, что мы можем сделать. Давайте возьмем мясо. Интересно, насколько сильно его можно зажарить. Оно должно стать черным. Здесь нет черных соусов. Короче, не работает ничего, она не жарится. Ладно, стой пока здесь, я поеду дальше. Ну, а на кассе тоже ничего. Оплатить-то мне чем? Черных денег нету. Поехали вниз, посмотрим, что там есть. Это банк. И деньги не черно-белые. Они мне не подходят. Машинки. Хоп, поднимаем, опускаем. Мне нравится. Котейка. Это мусорка. И метро. Ладно, хорошо. Пойдем еще что-нибудь поищем. Пошлите вот в общежитие. Посмотрим, что там. Я приехала. О, черно-белая сидушка. Классно. Я буду жить где-нибудь здесь. Мне тут понравилось. Я вот буду сидеть. Какая кровать моя? Вообще тут нет черно-белых кроватей. Давайте просто посмотрим, что есть тут черно-белое. Штанишки черно-белые. Вот можно переодеть их. Так, освобождайте мне тут один шкаф. Что это же за новости? Шкаф мне быстренько один. Пластиночка одна черно-белая оставляем. Штанишки повесила. Я, наверное, буду жить наверху. Берем оттуда все яркие подушки. Ну нет, тогда уж лучше здесь. Там слишком ярко как-то. Ладно, я посажу своих лебедей здесь. Пусть они здесь сидят. И я в новых штанишках пойду гулять. Тут есть кафе. Что мы здесь можем поесть? Черная-белая еда. Пока я тут вижу только черно-белую доску. И это, в принципе, все. Обидно. В этой кафешке нет ничего черно-белого. Ну, я думаю, последнее, куда мы сегодня съедем, будет торговый центр. Выбираем один из этажей. Какой, мне кажется, самым черно-белым? Инки-бинки или вареньки, инки-бинки. Бац! Самый средний. Самый высокий. И синий. О, шляпки. Я вижу много шляпок. У меня есть моя лучшая шляпа с пандой. Черно-белая. А вот здесь ничего черно-белого нету. О, есть корова, ребята.
Здорово! Ошиблась, извините, я прошу прощения у этого магазина. Смотрите, какая красотка-коровка! Му-му-му-му-му. Черно-белые цветочки. Так, вот это задача. Здесь есть черно-белая коробка. По-моему, туда можно цветы класть, да? Нельзя. Ну, что с ней делать тогда? Ну, ладно, вот черно-белая моя коробочка прекрасная. Забираем ее. Телефоны, черно-белые телефоны. Тут есть такой смартфон, смотрите. Черный с белым сердечком. Офигеть! Крутяк, тут много чего есть интересненького. Гироскутер черно-белый тоже. Поехали. И мы приехали в туалет. Тут разная детская одежда выпадает. И туалеты. В принципе, тут больше ничего интересного. Ну, здесь я достаточно много всего нового себе приобрела. Гироскутер, телефон, какая-то подарочная коробка и моя новая шляпка. Обязательно пиши в комментариях, получилось ли у меня справиться с этим челленджем. Ставь лайк, подписывайся, если тебе понравилось. Ну а с вами была Алиса Че. Всем пока-пока!